Ну что, телепузики, пожрем на камеру. Еда только для толстых, для жирных. Кто на диете сидит, меня не смотрите. Худые меня не смотрите. Ребят, поставим лайки, пожалуйста. Это кайф. Вообще вкусно. Еда – это чудо. Кашу гречневую я, масло подсолнечное и сливочное, белорусское. Угу. Ребята, я что-то не поняла, сейчас во времени сказали. С 30 по 7. Вот она, передача идет. По первой программе. А что, магазины продуктовые закрываются? Вообще вкусно. Угу. Объедение. Вообще вкусно. Ну а шо, мне не жирно. Ты сексуальная, Ольга Валерьевна. Угу. Ты самая лучшая. Бесподобно. О, класс. Передача идет вот по первой. С 30 по 7 что-то там закрыть все, даже продуктовые. Не знаю, в Москве, что ли? Про Москву, что ли, говорят? Помойка едет. Ой, пельмени вкусные. Ребят, телепузики, поставьте мне, пожалуйста, лайки. Угу.
Ребят, поставьте мне лайчики для Ольги Валерьевны. Компот холодный. Сосиски и каша с этой, с тушенкой куриной орловской. Алисы Лавровой. Вот это да. Ем, а мне жарко. Это кайфово. Сосиски вкусные, ребят. Еда только для толстых. А кто на диете, меня не смотрите. Компот холодный. Вообще кайф. Еда – это чудо. Вообще бесподобно. Они едут и в окно мое смотрят. Мусорку взяли нерусские. За рулем два нерусских. И в окно мне идут, смотрят. У меня дверь открыта. Я объелась. Мясо сна. Мясо, Мясо сна. Мясо с мясом. Боже упаси. Как мне доесть кашу-то? Там еще в холодильнике полкастрюли. Во, они орут.
ребят, я объелась. Зайки мои, телепузики, поставьте мне, пожалуйста, лайки за мою еду для толстых. Ой, я больше не могу. Пожалуйста, приходите сегодня в 8 часов на стрим. Я обожрала, честно, даже компот не хочу пить. У меня компот с ощущения кино было, когда они, Вицин, Мургунов, там эти были настройки. Кому компот? Мне. Кому второй? Мне. Все мне, мне. Ладно, хватит, все. Спасибо за внимание.